Прокуратура отреагировала на обращение депутата Саратовской областной думы Александра Гайдука о неправомерных действиях сотрудников марксовской администрации. Ведомство провело проверку, в ходе которой установило, что 22 декабря 2016 года в 14:00 в зале заседания администрации проводилось собрание актива района. Депутат был на него приглашен и прибыл в здание за 15 минут до начала. Однако попасть на актив парламентарию всячески мешали. Один из должностных лиц администрации препятствовал участию депутата областной думы в собрании. Таким образом, он проигнорировал законные требования депутата о пропуске его в зал заседания. Материалы по данному факту направлены межрайонным прокурором в суд для дачи оценки действиям должностного лица органа местного самоуправления, которым созданы препятствия для осуществления деятельности депутатом Саратовской областной думы. Также попасть на мероприятие вместе с приглашенным депутатом не могли ни общественники, ни местные жители. При том, что всех их также накануне пригласили в администрацию к назначенному времени. Не пускали в зал, где проходил районный актив, и нашу съемочную группу.